Ух. Классно. Значит, тетенька нас зазывает. Говорит, что если мы в павильон хотим, то, мол, заходите сейчас, они закрываются без 15:05. А сейчас сколько? Сейчас 4:11. Ну, очень давно. Ага. Заходить, наоборот, позже можно, да? Ух ты! Понюхай красные цветы. Розовые не очень, не совсем. Ты что, розовые очень а такие? А вот это вот, ой. Ой. Розовые такие деликатные. Ой, прямо здесь я стою, и вот оно все пахнет вот здесь. Угу. Красные. Ух ты, ой, слушай, как приятно. Вот я хотела бы, чтобы моя камера снимала запахи. Видите, шикарные розы. Да. Вон какая крупная. Да. Красотища. А та прям так. Угу. Это дизайн кричал. Это, не знаю, декорация. Да. А смотри, вон там какие-то стоят. Ага. Вазоны, как угу. будто это. Как она? Авокадо. Агава. Агава. Вот так вот. Ничего вообще не было. Сделали? Очень красиво. Не запнусь. Да, я вижу. Так ненавязчиво, ты не вот эти серединки подсадили. Слышь? Угу. Вот смотри, вот отсюда так смотреть. Нет, нет. 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 Вот он скоро закрывается. Вот сначала сюда зайдешь. А второй там, да? Вот этот сначала. А второй? А потом сюда. Окей. Все понятно. Пойдем. Точно вот так, вдруг что-то сиреневое. Здорово, да? Очень. Именно они так в перемешку здорово смотрятся. Они дают просто ой, чуть-чуть. Ой, пахнет, тут задует чуть-чуть и... Финт. Интересно, угу. здесь это они уже что-то вырыли от цело или это... Оп. Вот они. Ну что, пойдем пробежимся по этому. Понятно, в горшках и кузерос. Угу. Да, здорово. А вы сами пойдете или хотели бы прослушать? Мы не знаем. Хотели бы прослушать? Сейчас будет, да?